Книга «Открытым оком», том 3. Тема «Природа». Вопрос 1058. Почему так мало всего ценного, доброго, светлого в жизни? Мало спасающихся, мало доброго семени, как в животном, так и в растительном мире, а паразитирующие существа размножаются намного быстрее, чем полезные существа, и выживаемость у них намного выше. Например, тараканы, крысы, которые, как утверждают научные исследования, выдерживают даже атомную радиацию, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Такими вопросами приводил себя выступление пророк Ездра. Прочтите его третью книгу. Вы цитируете его почти дословно. После грехопадения Бог создал так, чтобы человек только трудом мог добывать себе пропитание. Но хотя земля и была проклята за братоубийство, но плодородие от нее не было отнято. Очевидно, поэтому не страж с мечом, который будет уменьшать урожайность, но как бы совершенно естественным путем эти паразитирующие растения, насекомые будут сильно уменьшать урожай, задавливать сорняком. Как бы некая узда на щедрость земли в отношении человека, потому что большинство ненужных нам трав, если бы Господь их убрал, лишили бы жизни полезных животных. И когда об этом думаешь, нельзя ли так сделать, что лучше, то в конце приходишь к выводу, что вот так, как оно есть, это и есть самое наилучшее. Все эти изменения в природе мы произвели своим грехом. Лука 13, 23-24 стихи. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Премудрость Соломона 5:20. Строгий гнев он изострит, как меч, и мир ополчится с ним против безумцев. Агей 1:6. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Агей 2:16. Приходили, бывало, к копне, могущие приносить 20 мер, и оказалось только 10. Приходили к подточилию, чтобы начерпать 50 мер из подточилия, а оказывалось только 20. Иаиль 1:4. Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки. Иаиль 1:25. 2:25. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое восстав, послал я на вас.